Я Нефий, родившийся от хороших родителей, составляю летопись о моих деяниях. Я знаю, что летопись, которую я пишу, истинна. Я многое узнал в видении об Иерусалиме, что он будет истреблен. Убьем его! И Господь повелел мне взять свою семью и отправиться в пустыню. Ты не допускаешь, что это правда? Правда это или нет, он погубит всю семью. Ты веришь всему, что сказал отец? Верю. Я взывал Господу, и он посетил меня. Это все твои видения. Лучше погибнуть в Иерусалиме, чем здесь. Как же это вы забыли, что Господь способен все совершить, если будет так, что мы будем проявлять веру в Него? Я пойду и сделаю то, что повелел Господь.